Заместитель директора Петергофа арестован по делу о растрате государственных средств, выделенных на музей-заповедник. Виктор Сорокин пробудет под домашним арестом до 7 июня. 58-летнему Сорокину запрещено пользоваться интернетом, телефоном, общаться со всеми, кроме жены, медиков и близких родственников. Но подозреваемому в растрате госсредств разрешены двухчасовые прогулки. Данная мера пресечения связана с заболеванием Сорокина, запрещающим содержать его под стражей. Петергоф и Виктор Сорокин формально отвечал за техническое обеспечение комплекса. Он еще курировал исполнение государственных контрактов.